Приветствую вас, дорогие друзья, с вами опять Владимир, с вами опять Анвара, и у нас сегодня на распаковке 6 посылок. Значит, начнем вот с этой посылки. Посылка шла 24 дня, оценена 73 цента. И это, как я понял, это у нас для велосипеда, на руль, на насадочки. Точно, это они, вот такие вот силиконовые насадочки на руль, на рукоятке руля. Вот такие классные насадки. Я просто видел у одного парня такие, решил тоже себе заказать. Вот, взял. Едем дальше. Давай, тут ребенку пришла долгожданная посылка. Будешь открывать? Да. Давай, аккуратно. Шла 20 дней. Это шапка. Да, давайте мы достанем. Покажем. Там какая-то, правда, толстая. Вот такая вот шапочка. Сейчас мы ее и примерим. Вот такая вот шапочка. Все, ребенок доволен. И дальше у нас на распаковке вот эта вот посылочка, ценена в $4. Я не знаю, что там. Но я догадываюсь, это, скорее всего, те ножи, визитки, которые я заказывал еще в октябре месяце. Скорее всего, они есть. Точно! Вы посмотрите. Давай, ты одну открой, я одну открою. Это вот ножи-визиточки. Да, точно, вот они не самые. Тихо. Не самые. Запаковали-то. Здесь вот такой вот кожаный кошелек под ним. Да. Ну, это обычный нож-визитка. Такое есть у этого. Ничего. О, наконец собрал. Ну, такой по увесе, тем обычные пластмассовые приходили. Такой нормальный. По остроте я, правда, не знаю. Да, даже наточенный. Вы смотрите. Да. Ну, кому-нибудь подарю, потому что я вроде как, у меня ножи есть, я сам не пользуюсь. Все, убираю в кошелечек. Вот такие ножи-визиточки. Да, за деньги я за них уже вернул. Так что не знаю даже, что и сказать. Теперь вот эта вот посылка, эта посылка вообще большой вопрос. Я не знаю, что это. Не оценено ничего. Я даже не знаю, что и как. Откуда? Да. Что это такое? На посылке единственное, что я нашел. А, оценено в $6. Электроник продукт. Сейчас, подожди, давай я выну. Электроник продукт. Что это такое? Это переливашка, наверное. Какая переливашка? А, да, это, наверное, воронка. А при чем здесь электроник продукт? Вот так вот, типа здесь стакан, вот сюда суешь и переливаешь. Вот у нас стакан. Да. Ну, я и не заказывал ничего такого. Может, что-то не то пришло? Наверное, скорее всего. И при чем здесь электроник продукт, электронные продукты, да? Давайте посмотрим, что вот это такое. Срок тоже не знаю, потому что не знаю, что это толком написано. Какой-то микропроцессор, 50 центов. Не знаю, сколько шло, потому что не знаю, что это именно. Давайте мы сейчас глянем, что это именно. Что же это такое? Запаковано прямо на ура. О! Ага, это я понял, что это. Это вот такая USB-штучка. Это я хотел сделать универсальную зарядочку. Универсальную зарядочку хотел сделать, чтобы можно было от любого телефончика взять и подзарядиться. Да. Я не помню, как она называется. Ну да, заказывал я такую штуку. И давай, открывай последнюю посылку.
Я сегодня прямо у меня посылки какие-то с секретами. Я тоже не знаю, что это. Давай я посмотрю хотя бы, во сколько оценено. А, $1.32. Ага. А это набор беруш. Это беруши. Это меня просили на работу. Тут такие классные беруши. Сейчас я тебе дам. Вот. Раз. Вешаешься. Бум. И затыкаешь ушки. Бам. Это если где-то что-то громко. Раз, ушки заткнул на эти берушки. И все. И тебе уже никакая громкость не страшна. Вот такие беруши. Да, заказали у меня с работы, просили парни. Вот отдам им. Все. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Ждем отзывы. До свидания.